Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Skyrim. Сегодня я буду проходить квесты гражданской войны за сторону братьев Бури. Квест называется «Битва за форт Сноухок». Так. Молодец! Ульфрик был прав насчет тебя. Хорошо, что ты с нами. Империя хочет сделать нас рабами, как они сами стали рабами Талмора. Я не стану жить рабом, и умереть рабом тоже не хочу. Я истинный Норд. Жду распоряжений. Ты отправишься в Форт Сноухок. Найди братьев, которые готовятся к атаке, и помоги им уничтожить имперцев. Когда вы одержите победу, мы поставим в форте гарнизон. Что скажешь? Ты справишься? Считай, что этот форт уже наш. Хорошо. В тебе есть огонь. Мне это нравится. Да хранит тебя Талос. У Империи все меньше и меньше городов остается. Так, сейчас мы... Что из себя представлял человек, станет ясно в его смертный час. И знай, среди нас бродят тени множества героев. Да, да сделайте Помогите. Же что-нибудь! Конец тебе! Не понял. Ты что сделал? Это что такое вообще было? Так, я не знаю, что он меня начал бить, обиделся. Безбожные имперцы. Это его лошадь была. В прошлый раз почему? То есть я являюсь братьями Бури, я не могу взять лошадь? Вы издеваетесь? В прошлый раз можно было брать. Если легион сюда сунется... Жадный, блин. Да. Ну ладно, придется через Морфл. Пойти в Форт Сноухок. Так. Тут недалеко так добежать. Сейчас уже доберусь. Вот этот форт. Только мне надо своих товарищей найти. Ну, вот там, похоже, кто-то прячется. Интересно, могу ли я сразу форт захватить? На возвышенности находится, да? Все, побежали. Чума на империю! Я чё-то не понял, чё? Я спрятал, что ли? С кем он вообще дерётся? Ну умри, чтоб тебя! О, лошадь.
Так, где враги? Оскарим! Так, хорошо, я теперь не шла. Пока еще можно! Пощады! Только не так! Умри! Так, надо лечиться. О, я там выражение. Давай-ка несем его секиру. О, ты не верю. А, кстати, а что это я деньги не собираю? Хоть бы сегодня не достал. Кроба. Если у тебя есть время жаловаться, значит ты в порядке. Так, все. Задание выполнено. Можно собирать полезные вещицы у них. Им они сложно уже не пригодятся. Что ты обо всем этом думаешь? Я думаю, то, что мы победили. Я истинный Норд. Да храни и этим тебя все сказано. И на этом все сказано. Посмотрим, что у них тут интересное есть. Может, монетки где-то лежат? Ой, зачем я подобрал какой-то хлам? А, это шкуры надеюсь. Мне показалось, я какой-то мешок подобрал. Зерно. Ну или что-то такое. К сожалению,
Это только черный выход, но не вход. Раз. О! Посмотрим, что у нас там еще есть. По-любому здесь где-то золотишко должно быть. Вот сколько-то. В таких мешках только овощи и фрукты бывают. Скорее. О, здесь типа у них казарма была, по-любому золото должно где-то спрятаться. Где сундуки? Вот сундук. Золото, вот там. Подождите, как? Хорошо, а что у нас тогда здесь? Адепт. Всегда надо сохраняться перед тем, как открыть сундук. То мало ли, сломаешь все отмычки, потом открыть ничего не надо. Так, снова. Нет, дешевое, можно было брать. Это тупик. Ну, как сказать, пока что это тупик, но когда я открою дверь, это перестанет тупиком. Я даже знаю, куда он идет. Так, ученик. Самок адепт, или то лучше, или легче открыть. Дешево вообще. Дешево, здесь даже брать не стоит. Так, мне кажется, ну давайте я здесь. Сыра тоже небольшая пауза есть. О, монеточки. Да блин, я хотел буфет открыть, а не мясо взять. Так, ну, надо сказать то, что я уже почти исследовал форт. Вот, кстати, та решетка, на которой я пошел.
Это же у нас вроде типа средневековье, разве правильные кнопки были в то время? Скорее. То есть мы деремся с помощью холодного оружия и луков. Даже огнестрела нет. Даже самых первых мушкетов нет. Но при этом есть кнопка. Более сложный механизм. Хотя, может, она работает на магии? Если только кнопка работает на магии, то, в принципе, все нормально. Так, ладно. Так. А куда мне отправиться-то? А, понятно. Ульфрику надо доложить. Надеюсь, он будет рад. То есть, получается, это был Хьялмарк? Форт Сноухок — это Хьялмарк. Может, это районы какие-то? Потому что дезинформация тоже относилась к субординатам. Это какого? Хьялмарк. Опять в своих покоях спит. Ух ты! Всего лишь 3 форта осталось у Империи. Я так понимаю, 3 миссии выполнить, и мы, в принципе, победили. 3 задания. Что-то я застал. А, ты не спишь. Ну, это хорошо, кстати. Тулий, должно быть, нервничает. Захватив Хьялмарк, мы оказались практически у него на пороге. При первой же возможности мы выступим на Солитьюд. Теперь ты истинный герой Скайрима. Я считаю тебя сородичем. Отныне имя тебе — Клинок Бури. Твое сердце источает любовь к этой земле и ее народу, а руки несут смерть ее врагам. От имени сынов и дочерей Скайрима, от имени всего праведного и истинного, прими это в знак нашей благодарности за твою службу. Эльфийская броня. И что ж теперь? Нежиться в лучах славы некогда. Мы выступаем в последний поход на Солитьюд. Ты понадобишься мне там. Отправляйся в наш лагерь, в Хаафингаре. О, офицерские наручи братьев Бури. Отлично. А на этом все. Я выполнил квест, да? Я выполнил, да? Да, выполнил. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.